Вопрос. Как вы относитесь к тому, что сейчас происходит в Тбилиси? Как вы можете, какую вы можете дать политическую оценку этому? Ну, это... Тише, это можно. Можно сказать, что продолжается путч против правительства Грузии, против избранной власти, избранной народом власти. И это деструктивные силы, которые себя именуют демократами, и которые маскируются под демократию, на самом деле это люди, которые хотят вызвать анархию, дестабилизацию и гражданскую войну в Грузии, чтобы потом как-нибудь захватить власть. Были ли, господин президент, были ли какие-либо шаги к примирению, то есть мирные переговоры и так далее? Были, да, прошедшие сутки. Были, конечно, попытки, но они, так сказать, стоят на непримиримой позиции. Они требуют моей отставки. А на переговоры они не идут? Не идут на переговоры. Понятно. Скажите, пожалуйста, как вы связываете ли вы как-то вот начавшиеся вот эти военные действия в Тбилиси с прошедшей в Алма-Ате встречи руководителей республики и подписание резолюции по СНГ? Пока очень трудно сказать. Пока очень трудно сказать. Но все возможно. Возможно. Возможно, если какие-то связи? Возможно. Но я пока не могу категорически судить. И еще один последний вопрос, извините. Да. Какие ваши дальнейшие действия? Ну, все меры должны принять, чтобы установить порядок и стабилизацию. А у вас есть какая-либо связь с оппозиционерами? Вот никакой связи сейчас нет, потому что они отказываются от диалога. Понятно. Спасибо большое, извините. Которая... А, это...